Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия. Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память итальянских военнопленных, погибших в годы войны на Глубокской земле. И нам очень приятно, что вместе с нами присутствует посол Итальянской республики господин Марио Бальди. Небольшой лагерь для военнопленных был создан здесь, в Ореховно, в начале 1944 года. Очевидно, не успевая эвакуировать находящихся здесь военнопленных, немцы пошли на уничтожение лагеря. Ночью жители деревни Ореховно проснулись от пожара. Они увидели, что горят бараки, лагерные бараки. На следующий день они увидели в одной из ям в окрестностях деревни расстрелянных итальянцев. Судя по воспоминаниям и свидетельствам мирных жителей, очевидцев тех событий, итальянцев, содержавшихся в этом небольшом лагере, ждала трагическая судьба. Судя по всему, именно здесь, в этом месте, и покоятся жертвы той страшной акции. Итальянские солдаты, которые навечно упокоились здесь, в Ореховно, на Глубокской земле. В 1994 году к 50-летию освобождения был создан крупнейший современный мемориальный комплекс «Барок». Он посвящен памяти 27 тысячам советских и итальянских военнопленных, узников шталага 342, жертв фашистского концлагеря «Березвечье». Уважаемые присутствующие, церемония возложения объявляется открытой. года после выхода Италии из войны немецкая армия разоружила большую часть итальянской армии, и тех итальянских солдат, а их было абсолютное большинство, кто отказался продолжать войну на стороне Германии, отправили в концентрационные лагеря Восточной Европы, в том числе и на территории Беларуси. Одним из тех мест,
куда направили интернированных итальянцев, был Березвичский концентрационный лагерь на северной окраине Глубокого. Летом 1944 года белорусские, советские войска начали операцию по освобождению Беларуси, и к концу июня они находились уже на подступах к Глубокому. Судя по всему, немцы попытались увести часть находившихся здесь итальянских военнопленных на запад, чтобы и дальше использовать их в качестве рабочей силы. Но так или иначе, часть прибывших в Березвичи итальянцев осталась здесь навеки, погребенная в этом лесу, в лесу Барок. Анализируя уроки Второй мировой войны, мы делаем главный вывод. Нужно всеми силами не допустить повторения трагедии. Наш народ высоко ценит вклад в победу государств антигитлеровской коалиции и других стран, оказавших сопротивление фашизму. Ведь история неоднократно убеждала нас в том, что выстоять и победить можно только сообща и только вместе. Жители Глубочины хранят благодарную память о них и искренне надеются, что общая память и боль утрат, которую связывают наши народы, будет прочным фундаментом и для дальнейшего построения дружеских и взаимовыгодных отношений между нашими народами. Уважаемый господин Марио Бальди, вам слово. Уважаемые представители органов власти, дамы и господа. Siamo qui oggi per ricordare i caduti italiani in terra bielorussa. Мы сегодня находимся здесь, чтобы почтить память итальянских военнослужащих, павших на белорусской земле. Li ricordiamo oggi, 4 novembre, giorno dell'unità nazionale e delle forze armate. Мы вспоминаем их сегодня в день национального единства и вооруженных сил Италии. Una data che in Italia ricorda il 4 novembre 1918, quando terminava il primo conflitto mondiale. Эта дата относит нас к 4 ноября 1918 года, когда Италия победила австро-венгерские войска во время Первой мировой войны. Da allora il 4 novembre è il giorno della commemorazione dei caduti e dei dispersi italiani di tutte le guerre, compresi i coraggiosi e sfortunati italiani che persero la vita durante il secondo conflitto mondiale. С тех пор 4 ноября отмечается как день памяти всех павших и пропавших без вести во всех войнах, включая тех невезучих итальянских военнослужащих, которые потеряли свои жизни на белорусской земле. Come è stato già detto, almeno 200 ufficiali e soldati dell'esercito italiano furono fatti prigionieri dai nazisti dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e persero la vita qui, in questa terra, lontani dalle loro famiglie e dalla loro patria. Как уже говорили, около 200 итальянских военнопленных, итальянских военнослужащих были взяты в плен после перемирия 8 сентября 1943 года и привезены сюда, на белорусскую землю. Здесь они потеряли, отдали свои жизни вдали от своих семей и от своей родины. Condivisero le sofferenze per il freddo, per la fame, per il duro lavoro, cui erano sottoposti, fino all'estremo sacrificio. Они вместе разделяли до последнего те страдания от холода, голода и тяжелой работы, которым подвергались вплоть до последней минуты. Il loro sacrificio non deve essere dimenticato e ci deve sempre ricordare il valore e l'importanza della pace, della libertà e della democrazia. Их жертвы не должны никогда быть забыты, и всегда следует помнить о той ценности и важности, о ценности и важности мира, демократии и свободы. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa cerimonia, in particolare le autorità della città di Глубокое, che curano con tanta attenzione i monumenti costruiti al ricordo di quella tragedia.
Я благодарю всех участвующих в этой церемонии, благодарю представителей руководства города Глубокое, всех тех, кто с вниманием и заботой ухаживает за памятниками. Viva l'Italia, viva la Bielorussia e viva le forze armate. Да здравствует Италия, да здравствует Белоруссия, слава вооруженным силам. Славянскому обычаю помянем погибших. Вечная слава героям, освобождавшим Родину, и вечный позор агрессорам и предателям, уничтожавшим народ. Мы благодарим всех за участие. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным. Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра.